Девочки, всем привет, я иду мыску возьму. Ай, момент. Девочки, как всегда все. Ну, я хотела по-другому сделать. Девочки, хотела сделать по-другому. Свое видео. Сейчас. Сейчас, девчата. О, гляньте, я хозяйка очень большая. Так, девочки, где тут? О, да, ложечка мне сейчас. Ложечка. Сейчас, девочки, пришел Вова, брат. Мы не договаривались, я даже и не знала. Сижу, думаю, о, что-то тень какая-то собаки тут. Думаю, неужели так солнце зашло, че луна вышла. Так, все сделала, все. Так, все, водичка. Вода холодная, в реке рябит. Так, у меня тут вода кипяток, конечно. Мне надо сделать другую воду, принести, значит. Девочки, представляете, как я вот это вот... Ой, неподготовленная. Ну, простите. Что я могу поделать? Ой, это был... Отвратительный аттракцион, девочки. Это был отвратительный аттракцион. Сегодня, девочки, разом, наверное, 5 или 6 прослушала успенскую карусель. Такая песня классная, да? И самая лучшая она спела. Девочки, привет всем, дорогие друзья, зарубежные гости, дамы, господа. Дорогие девчонки просто. Коротко и ясно. Девочки, молодежь, привет. Спасибо вам огромное. Я всегда молодая душой и на стороне молодежи. Ура! Все, девочки. Ша, Маша, я Дубровский. Девочки, смотрите, что я сейчас буду делать. Мы вчера так впроголодь посидели без хлеба. Ой, девочки, извините, котка. Я уже только что воды пила. И дыхание затаивало. Так, смотрите, девчонки. Все на глаз. У меня нет. Вот так. Я думаю, хватит. Я говорю, ну что ты пришел? Мы не договаривались ничего. Ну, с Олей разговаривал по телефону, а потом думаю, да пойду. Что мне дома сидеть? Окна сейчас поставляю. Ну, рамы вот эти две. Две? Три. Две в комнате, да, и одна в спальне. Девочки, соль, бабах. Сахар. У меня сахарнички есть. Мне же их не надо 100 штук. Там женщина писала, Люда. Насыпь сахар в сахарничку. С ней удобней, чем... Удобнее, чем сколько. А то Люда не знает. Люда 65 лет. Все знает, девочки. Господи. Когда не знаю, я спасибо говорю и прошу, чтоб сказали. Сегодня многое написали, то, что я не знала. За, например, за ячневую крупу. Я честно не знала, с чего она и что оно за чудо-юдо рыбакит. Девочки, смотрите, все. Соль, фасоль нам не надо. Дальше. Наливаем постное масло. Я просто это не делаю, знаете чего? Потому что это... Жопа будет еще шире. Вы поняли? Жопа будет еще шире. И так обзывают, а то вообще. Все. Девочки, вчера сидели без хлеба. Ну, хлеб был, полбатона где-то было, с двух кулечков по пол, ну, где были батоны, кусочки были. Ну, если вместе все смешать, ну, чуть-чуть, на 2 кусочка меньше, чем пол батона. Вот. Ну, я ни кусочка не съела. Оля с Вовкой что-то едят, а хлеб лежит и лежит. А в конце обеда нашего все признались, что каждый друг друга оставлял. Вы поняли? О,
О! Дружная семейка. Каждый каждому оставлял. Девочки, наверное, тютелька в тютельку угадала. И муки, и воды. Теперь только рука моя надо вымешивать. Что, девочки, спечем хлеб. Ой, помню пару... Ну, я не помню, девочки, пару раз я пекла подряд хлеб. Ой, господи, съедается за 5 секунд быстрее, чем торт какой-то. Я решила, не подходит. Такое мне не подходит. И детвора ела, и я ела, и мы все как дурные этот хлеб ели, вы слышите? Ой, а что же мне приготовить? Это был отвратительный аттракцион. Девочки, вот так слышите? Вот я сегодня слушала Успенскую эту песню, да? Ну, я жарю разов 6, наверное, сегодня больше наушников, знаете, вот так вот на всю громкость. И вообще она в таком белом платье красивом пела. Вот. И так пела, аж приседала. Это она спела свою судьбу. То, что у нее, наверное, такое... Это у каждой у нас такое произошло в нашей жизни. Вот такой отвратительный аттракцион, а не замечательный. Когда садили тебя в поезд в один конец. Было, девочки. Не только мы бросали, и нас бросали. Не, вообще-то давайте подумаем. Меня бросали. А ну, девочки, сейчас я вспомню. Мужей я бросила. Кавалеры. Кавалеры, девочки. Во-первых, их очень мало было. Девочки, а ну давали мне отворот-поворот. Мне не стыдно это сказать. И я не такая там, знаете, ой, как куда-то ей не давали. Я вспоминаю. Что вспоминать, девочки, мало кавалеров было. Когда-то Гулька. В 19 выйти замуж, в 20 уже Миша родился. Мне до Гуляк было. Потом раз в 32 уже Сашенька родился. До Гуляк было. Наверное, и не бросали меня. Не, меня не бросали, девочки. А по молодости, да, вот мы ссорились, уходили. Я вам рассказывала уже всю свою молодость. А чтоб мне билет в один конец покупали, нет. Наоборот, не могла отделаться даже. Он у меня был один. Юрка жил у нас, я в 11-м доме сейчас живу. Раньше же на Володарском, он в 15-м, рядом дом. Через АТБ, вот мой дом, АТБ и 15-й дом у нас. Я помню, я от него еле сдыхалася. Он меня был старше, ну, мне же было тогда лет 16, а ему, наверное, лет 20 уже было. И он так пристебался ко мне. Кошмар, еле отцепилась, а девочки. Да. Нет, не было у меня отвратительный аттракцион. Хотя я сегодня слушала Успенскую, и вот это она поет, это был удивительный аттракцион, а я отвратительный, потому что у всех такая колотнеча была в жизни, да, девочки? Ой, по молодости, боже мой, влюблялись. Ну, а что, я, кстати, влюбчивая. Сразу говорю, я влюбчивая. Я не стесняюсь это сказать. Девочки, хлебушек будет. Про такую хорошую, на такую хорошую тему говорим. Сейчас хочу духовочку его там поставлю. И сегодня будет у нас хлеб. А что же мне сварить? Волка пришел. Я не знала, что Волка придет. Да я и думала, что и Оля сегодня. Мы вчера разговаривали, что и Оли сегодня не будет. А оно, оказывается, и Оля придет. О. Это был отвратительный аттракцион. Сразу под это, девочки, под это отвратительный аттракцион сразу есть кого вспомнить. Но не мужей, не. Там даже, они даже под эту песню не вписываются ни под какие слова. Девочки, хорошо я вымешиваю хлебушек? Конечно, хорошо. Я думаю, теперь что приготовить? Фарш замороженный. Он там в этом.
Ну скажите, в морозилке. И что я, оно что, растает? Это же вам не мясо, а что кости кинул и варить, да? Это был отвратительный аттракцион. Девочки, я побывала в секонд-хенде. У меня очень даже неотвратительное настроение. Ну, не знаю, как вы, на ваш суд сейчас вынесу. Девочки, хорошо я мешу? Ну, хорошо. А что надо сейчас? Вот это, как вот у этого месила. Ой, Господи, Царствие Небесное. Это. А она не месила, она гладила. В Тихом Доне это... Лина Быстрицкая, когда она гладила, помните? Рублем вот этим. А тут этот зашел. Очечки сидит, коленка остренькая выпирает, а сама глазки будь здоров строил. Что же мне приготовить в своей Араве? Араве. Это был отвратительный аттракцион. Девочки, я вот это сегодня смотрела, это, ну, смотрела и слушала Успенскую, это, ну, карусель. И она так одета хорошо, так это, так все спела, она так это все спеет. Так, мне так захотелось одеться хорошо, надухаться хорошо. И где-то пойти, где полно нормальных людей, красивых, хороших, добрых, порядочных, не дураков. Где-то в так классном ресторане посидеть. Только чтобы не в отдельной, девочки, ненавижу отдельные кабинки вот эти. Или комнаты делают. Залазят. Это люди, которые боятся людей, которые я это не люблю. Мне кажется, что это только так. Я люблю сидеть, чтобы людей видеть, чтобы на тебя смотрели. Вот это я люблю. А вот это забиваться где-то в какой-то снимать, какой-то номера какие-то снимать в ресторанах, это не для меня. Мне надо, чтобы музыка была, надо, чтобы люди были. Чтобы пойти за соседний столик, пригласить кого-то потанцевать на белый танец. Хо-хо-хо. Ну, уже не в нашем возрасте. Прошло все. А ничего не избылось, девочки. Это был отвратительный танцевон. Там женщина одна, вот ее напевала вот это. Ну, девочки, классная песня, что нет? Вот. А женщина одна мне пишет. Люда, ночь на улице, а я напеваю аттракцион. Правильно. Надо было не напевать, а выйти на балкон, как загорлопанить на всю громкость 2 часа ночи. Подъем, блядь, хватит спать. Я не сплю, и вы не спите. И махать руками. Это был отвратительный аттракцион. Эх, вы сволочи, покупать один в одну сторону билет. Куда же это свистит? Господи, вот. А сколько таких унижений, девчата? Девочки, хлеб будет, то, что надо. Я как вспомню, один раз спекла 2, по-моему, или даже 3 таких кругленькие буханочки, еще так разрезала, помните, как вот тот был не по 28 копеек, поляница такая, а по 22, вот помните, круглый такой? Ой, мы их сразу только вытащила, мы их паять даже не помню, по-моему, с маслом. Ой, девочки, у меня еще и масло пачка, вот даже и в холодильнике не было, вон она там накрыта полотенечком. Хлеб с маслом, с горячим, о! Жалко, что молока. Откуда я знала, что он придет? Я и в АТБ не заходила, ничего не покупала. Думаю, ну, если Оля, допустим, даже придет. Да, ну, она вчера говорила, наверное, не приду. Ну, говорит, а может быть и приду. Я говорю, ну, созвонимся, спишемся. Что там мне сейчас надо? А что делать? Мы все свои тут, Господи. Картошки нажарю. Тем более у всех еда есть. Они вчера забрали себе еду. Вон, тефтелите есть. Сало есть, вышкварки есть, фарш есть, кости у нас. Ну, все же замороженное. Ой. Видите, какое хорошее тесто. Оно не прилипает уже, видите? Ни грамма. И муки не надо больше. Сейчас поставлю, хай подойдет на духовке.
Вот так мы вчера... Ой, девочки, хлебчик ели, друг другу оставляли. Ну, не растудить твою. Что значит родные, да? А Колька бы съел. Царство небесное. Я не жадная. Просто человек никогда не думал, что надо кому-то еще. А я таких даже самых дорогих мне людей не люблю. Вот так люди потом и начинаешь от них отходить, отходить, их отшивать, разлюблять, разлюблять. И в конце концов разлюбляются они. Даже которые тебя не обижают, даже которые сумки хватают у тебя с рук, чтобы ты не тащила, встанут и пойдут в аптеку в 2 часа ночи. Но все равно бывает то, что и отталкивает. Правильно, девочки? Не самое главное вот это. Тоже вот это, какие-то вот эти свои замашки, выходки, они в нас убивают всю любовь у баб. Мужиков я не знаю, а у баб да, у меня лично да. Меня убивают девочки, знаете что? Когда вот Колька, да, царство ему небесное. Вот приходил я на работу, например, да, у него ключ от квартиры был. Утром приходит, рано утром. Вот, да, меня отвезти, когда он таксовал. Меня отвезти, да. Он заходит, я сижу, пью кофе, как всегда. Утром у меня только кофе начинается. Я знаю, в холодильнике было, девочки, доходило до такого. Знаешь, что Сашек, Миша, я ухожу, им есть что покушать. Там по две или по одной сардельке. Что-то перекусят, пока я приду. Были такие времена. Когда Сашунечка учился, да, были такие времена. А как я одна могла тянуть? Без алиментов, без всяких помощников. Вот так тянула лямку. И убирала квартиру. Вот так платили, девочки. Хорошо? Платили. Как я всегда. Мне когда-то... Я не помню, кто-то мне когда-то сказал. Люда, ты работаешь у таких богатых людей. А чего ж ты такая бедная? Я говорю, потому что так платят. Коля приходил, он мог последнее забрать. Знает, что это последнее. И Коля как хоть бы что. Коля видит маслечко, 50 грамм бумажки замотано в пакетике, ну, в пачечке в этой. Коля раз вымазал все, аж бумажечку пошкрябал на хлеб себе и съел. А вам это нравится? Мне нет. Не принести, а прийти подобрать. Тем более, что мы с тобой живем, общее хозяйство вели, нет. Вот так. Позволяла человеку. А потом потихоньку говорила, что меня нет, у меня не будет. А если куда-то что-то идти, надо вдвоем идти кругом. А хочется иногда и самой куда-то. Вам же хочется, вот у кого мужья дома сидят, побывать одной хотя бы. Нет, девочки, всем этого хочется. Просто не все это могут сказать. Ну, это хоть мужья жизнь прожили, детей нажили общих, а тут бахура, извините за выражение. Хоть и хорошие, я ничего не говорю. Но вот эти мелкие поступки для меня... Мне было очень даже противно, когда сидим за столом, Оля с Василем, с этим кубанским придет. И салатик, да, стоит в салатничке. И мне не нравилось, когда мы сидим за столом. Брать салатик, девочки, вам нравится? К себе вот так вот. И с него начинать кушать. Вам нравится, когда сидим за общим столом? Мне нет. Зачем человеку делать замечание взрослому, что так не надо делать? Раз, сказала, Коля, вот так. Тарелочки. С улыбочкой, знаете, невдомняк. Второй раз. То же самое. Тоже сказала в шутку, бо невдобно. А третий раз уже хавала открыла. Сказала, слышишь, да задолбал ты уже. Я говорю, Коля, ну вот как можно брать общая салатница стоит, ложка в ней, брать этой ложкой и кушать салат. И назад его ставить, и вот это делать, вот это лицо, смеяться, делать вот эту погоду, как будто бы никто не заметил. Да, конечно, все вот так никто не заметил, чтоб тебя не ставить в неловкое положение, потому что порядочные. А ты ждал вот этого? Сразу такие глаза на меня, ни хера себе.
Что это за такое? Вы поняли? Мне такое не нравилось. Мне не нравится, когда возле себя ставят бутылку с пивом или с лимонадом возле ноги, когда мы сидим вместе все. Ладно, мне не надо пива, Оле не надо. Ваське можно первому налить, если к тебе пришли в дом? Да даже если не к тебе в дом. Ты взялся за бутылку, ты первый должен налить, всем предложить хотя бы. Кто откажется, а кому и налил? А потом только себе, раз ты взялся за бутылку. А не ты себе налил, закрутил и на пол поставил со стола. Именно возле своей ноги. Мне это тоже так не нравилось. Прикиньте. Я один раз молчала. На второй раз Коля налил себе пиво, стакан. И Василь сидит. Я возле Миколы сижу. Оля и Василь потом. Да, мы сидим за столом. Я второй раз сказала, говорю, Коля, а что ты Васе не наливаешь? Он налил, знаете, и главное, со стола взял и поставил на пол возле своей ноги. Как это называется? Быдлячество или как? Я даже не знаю, девочки. Я сказала, он налил ему. И сказала, бутылку ставь на стол, что ты ее ставишь себе под ноги? Я не права? Или лимонад поставить на пол возле себя и без конца себе наливать. Остальные сидят, разговариваем, вроде бы мы не знаем этого. А потом раз, бутылка уже пустая. Вам нравится такое? Мне нет лично. Я не жадная, я в рот не заглядываю. Но так никто не делает, правильно? Я не понимаю, как можно думать только о себе. Особенно, когда ты за столом сидишь. Правильно, девочки? Может, я не права? Напишите. Может быть, я не права, да? Но мне кажется, так никто не делает. Нас никто не воспитывал. Как Оля иногда говорит это самое. Ну, а кто его воспитывал или кто ее воспитывал? Я говорю, а кто нас воспитывал? Чем мы людьми получились? Люди мы получились. Мне кажется, никто никого не должен воспитывать, да? Ты сам родился такой. Я не понимаю, девочки. Тогда можно купить две сосиски и идти домой. Я такое не понимаю. Две сосиски можно купить, когда ты один дома живешь, да, девочки? Тогда возьми. Или по деньгам, или хватит тебе. Ну, когда вы вдвоем живете, идти покупать две сосиски, которые ты, тебе самому мало их. Может, я не права. Мне кажется, я права. Когда жить на пенсию мамы. Вот он жил, да. Он в основном он не работал, он жил на материну пенсию. Вот так бывало, позвоню иногда, Коля, ты где? В магазин пошел. Я говорю, Варя, знаете, в магазин пошел. Коля, что получил? Коля, аванс получил. Или 13-ю выслугу. Мать пенсию получила, дала там. Сказала, чтоб я то-то купила. Там, бляха-муха, мать пенсию получила. А ты еще и барышню меня имеешь. Так, девочки, потом вся любовь проходит, правда? Я думаю, я права. Когда-то мне сказал, я помню, пришла с работы. На Минина как раз работала в этой, что на Соколе, Сваты. Девочки, надо накрыть вот это. Это был этот ужасный аттракцион. Девочки, сейчас я накрою. Ой. Раз, два, три. Маленькое пространство от стола до этого. Сейчас, девчонки, руки сполосну, уже пожирные жопы. Девочки, сегодня такое что-то сейчас. Духовку я ж хочу включить. Девочки, включила духовку.
Ну тут холодно, девчата. Скоро включим дуэту. Кирпич, девочки. Куплю бант красный, бант. Девочки, куплю красный бант. И будет у нас как... Ой, девочки, запалю. И будет открытие как дом куртизанок, девочки. Откроем дом куртизанок. Будет открытие кирпича. Торжественно. Все, девочки, вот это можно убрать. Сейчас я все договорю, я все помню. На чем я зупинилась. Иду, девочки. Это я знаю, что я приготовила. У меня секреты от вас, тайна. Когда-то пришла Сменина с работы. И он следом, как, знаете, как местовщик. Да, нет, думает, дайте хоть мне сесть, раздеться, посидеть вот так вот, выпить кофе или чай, передохнуть, а потом заходите. Через полчаса после того, как я пришла, отпахала. Фух, думаю, да господи, боже мой, конца и края этому нету. Кавалером этим. Сижу, зашел. Ну, я вот даже сижу, думаю, господи, ну хотя бы через полчаса пришел, чтоб я уже, знаете, отошла от всего вот этого. И пришел, девочки. Хоть бы что-нибудь принес. А я пришла, что-то жрать нечего. Вот, ну, готовить надо было. Всегда есть, но вот готовить, знаете, вот. Ничего такого не было. Ну, зашел, что-то я была без настроения. Что устала сильно. Кишки вымотала мне это. Господи, вот такой девочке проработала 10 лет. Заради денег. Вот, и это. Я говорю, Коля, хоть бы колбаски когда купил любительской, 300 грамм. Он таким тоном, сказать, что колбасы пойти купить, слышите, девочки? Я вот так на него посмотрела, вот так, знаете, с пола до неба, вот так вот. Ой, господи, я говорю, я сама себе куплю, я просто говорю, хоть бы когда-то пришел и грамм 300 колбаски с собой принес. Еще, девочки, знаете, что бесило? Что я очень уставала. Имея каких-то мне рассказывали, как меня любят и как тягают мои сумки за мои деньги, которые я скуплялась. Помощники. А так неплохой был. Да? Маме клизму моей делал. Никогда не матюкался, не ругался. Голос не повышал. Ну, не работал. И когда человек не работает, он тупой. Как это встать, девочки, вот я всю жизнь, да? Как это встать и не идти на работу? А как дальше день потом проводить? Чем выйти на улицу? Какая копейка? В магазин? Или куда? Даже никуда тебе не надо, но ты когда идешь с деньгами, ты себя чувствуешь человеком. Даже с малыми деньгами. Ты идешь, ты себя свободно чувствуешь. Даже тебе не надо ничего покупать. Но ты идешь с деньгами. Ой, девочки, ну у меня такие рассуждения. Не знаю, как у кого. Мне кажется, у меня нормальные рассуждения. И нормальные были всегда у меня. Это не требования, знаете, это... Ну как это? Так должно быть. Человек должен всегда работать. При любых условиях, при любых обстановках. Красить брови, как женщина мне там одна написала. Раз брови красишь, что не так уже у вас все страшно. В Украине, в городе, или что она там имела в виду. В 41-м, 42-м, 43-м, 44-м, 45-м году дети рождались. Прикиньте. Было настроение у людей. Брови красить. Еще и детей рожать. Так что не надо ля-ля вот так. Может, я вообще тащуся.
о вот этих высказываниях. Сегодня позвонила мне Мишиного друга мама. Я ему говорила, девочки, что мальчик погиб. Мальчик, ну, он старше Миши на 2 года, Сергей. 7 ноября будет годовщина. Она сегодня мне позвонила. Просто она предложила поехать на кладбище с утра. А потом, говорит, дома она обед устраивает. Ну, устраивает. Приготовит для... Я даже не знаю, кто будет. Ну, мне очень приятно, кстати. Потому что это же на Артемовской. Там, где я родилась, а какие-то соседи будут с Артемовской. А какие я знаю? Увижу. В АТБ, там в Варусе через день. Так, девочки, поставила хлебчик. Ну, вот я сегодня, девочки, честно говорю, я не знаю, я сейчас сидела, думаю, о, собаки тут, и уже боюсь, девочки. Надвинулась, как черная туча, но дверь открыта, а тут стекло. И я смотрю резко, и как кто-то заходит, а я знаю, что никто не должен быть. Я думаю, ну все. Или собаки какие-то уже буйволы заходят. Вы хотите сюда? Идите гуляйте с волком. Ой, девчата родные мои. Ну что мне? Не дал, что мне кушать? У меня ничего. Ой. Ну, тефтели есть, девочки. Картошки или каши свои, я не знаю. Ну, тефтели же есть. Первого нет. Ну, не надо. Вчера Оля борщ забрала даже. Так, все. Я не парюсь сегодня. Вон, хлеб спеку. На полотенце и варенье занесу. Я даже не знаю, картошка есть, картошка. Девочки, что там нашкребем? У нас сусеков нет. Ой, я вас умоляю. Что обязательно каждый день какие-то вот эти варево. Первые, вторые, десятые. Вчера сколько еды было? Вон это. Тефтели, ну что? В духовку он хлебушек вытащу, тефтели поставлю. Да, лихай холодные едят. Они все не голодные. Лук есть. Чеснок есть. Я помню, девочки, приходила с работы. Когда Мишенька был... А подождите, когда каникулы были? Когда каникулы, да? То в школе, думаю, слава богу, хоть в школе хоть пообедает, там хоть полдня, и у меня душа спокойная, что есть что кушать. В начальных классах когда. Вот. А дома ж всегда, вот, знаете, я на работе целый день. Кто ему там что будет думать? То я прибегаю, за всех сразу думаю. А там так приду, говорю, Маша, что Миша кушал? Что ты ему давала? Она, да что он кушал? Он орешки. Я говорю, ты мне вот это не говори, когда я говорю, кушал, спрашиваю. Слово орешки не говори, слово вишеньки не говори, слово шелковица, смородинка. Это все не еда. Еда это когда он поел каши, борща какого-то, супа поел, кусочек мяса, котлетку, печеночки там какой-то с пюрешкой перетертой. Вот это еда. А орешки, вот эти все вишеньки, это мы все детство гасали по деревьям с утра пораньше. Завтрак, обед и ужин. Кто выше на какое дерево залезет, тот и урвет лакомый кусочек. Ой, это был удивительный аттракцион. Жалко, яиц нет. Я им нажарила яиц, когда они их ели. Они, ну, Оля ест. Так что, девочки, я до сих пор не могу успокоиться, что женщина подумала, что я в том, в чем это смалец в этой кастрюльке, вон она стоит уже помытая, после борща даже. Я вот это на этом всем сварила борщ. Вон он смалец стоит, литровая банка, вместе с этими выжарками.
Ну, не все там выжарки, я ж навыбирала, пока горячие были, вот этой шумовкой. И в тарелку присолила, и мы их сидели горячие ели. А там же мясо одно было, вы помните? Там же сало вытопилось, жирок, а осталось мясо. Помните, я даже мяско покрышила, которое я обрезала от этого, ну, от сала. Помните, тоненькое он посолила. Я туда его покрышила, в этот, что кипел вот этот жирок. Чтоб мясные, чтобы вышли, выжарочки мясные, чтобы были. Мы поели, волк еще домой забрал. И вот там тоже осталось, я все... А когда я борщик варила, я сварила с этого кусочка мяса, что я вам показывала. Ох, Господи. Это перебор. Я даже такое жирное не ем. Я люблю жирненькое. Это был отвратительный танцы. Там костомахи есть. Мне неохота уже ничего варить. Вот это целыми днями. Варево, 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 варево. Хлеб спеку. Полотенце есть. Вышитое. И зайду. Соль есть. Я такой хлебушек спеку. Капуста квашеная, еще вы не кушали. О, можно картошки нажарить, он на смальце на том, да? Капусты намастить. Маслом целая бутыляка. Хлеб горячий, девочки. Первое не хочу. У меня бульон вот тот с костей, он вот золотой стоит. Мне такой облом что-то. А что варить? Что борщ вчера мы по полтора полуничка съели, а потом и пюре ели, так? Можно один день сделать разгрузку, правда? Нажарить картошки. Хороший разгрузочный день. Девочка, ну пойду, чтобы сейчас в мыске хлеб уже не спекся. Вот духовка сверху греет сильно. Оно ж тут уже раскочегарилось. Будь здоров. Так, девочки. Это был ужасный, сильно горячее. Вот так хай стоит. Сейчас, девчата, гляну, что у меня тут. Да пусто. На полках, кстати, пусто. Сало, виноград, масло сливочное, тефтели, смалец в банке, приправа, капуста, помидоры, кваш. Девочки, я могу только синеньких им пожарить. И то они им не надо сегодня. Они им сегодня не надо, те синенькие. Я уверена. Тут у меня фарш, кости, два копыта, какие-то крылья есть. Помните, у меня крылья были, которые никому не надо сегодня. Все, девочки, ничего я не буду готовить. Все. Ничего. Сейчас я гляну, сколько у меня тут картошки. Может, суп какой-то на этом бульоне, а, девочки? Может, какой-то суп? Ох, а какой? Ну, суп, если был бы горох. Так, горох есть, но старый. Ну, вот этот, который будет 3 часа вариться. Нет. Я смотрю, что у меня тут с картошкой. Картошка есть, кстати. Морковка есть, лук есть, тут синенькие есть. Которые никому сегодня не надо. Ну, не знаю. Не знаю, девочки, что сварить. Крупы все есть. Вермишель любая есть. Ну что, хочется такого супа. Не, я сегодня не знала, что они будут. Был договор, что их не будет. Гостей. Ну, раз не будет, значит... Будем кушать все, что есть, да? Это будет самое вкусное будет. Ни сардельки нет, ничего. Ой, есть вот эти в теле. Все. Хай как хотят. И хлеб будет. Так, девчонки.
фарш мне тут не надо. Что мне с него сейчас делать? Видите, как я вот это переживаю, девочки, за еду. Я всю жизнь за еду переживаю. Чтоб всегда было всем, что покушать. И как мне всегда страшно, когда кто-то возле меня будет голодный. А где рыба делась? Вот так копченая. Я ее что-то не вижу. Может, Оля ее выкинула? Ну, честно, я что-то ее не вижу. Может, она там в хате? Так что бы она оставала? Нет, ее там в хате нет. Ладно, девочки. Пошла я думать. Пойду гляну, что он там делает. Да хай, что хочет, то и делает. Хай. Он ходит, я слышу. Видите, пришел сам помочь. Говорит, окна поставляю. Ну, я говорила как-то. Я Оле говорила, она будет как-то в понедельник или когда придешь, да окна повставляем, возьмем. Рамы вот эти вторые. В спальне в этой прямо что, два дивана. И в комнате два окна. В спальне у маленькой и прямо в комнате ж три окна. В зале, где я вот сижу иногда за столом, за круглым. А вот. Два я вытягивала, а одно нет. Ну это зачем это все окна вытягивать? Хоть вытягивай, хоть не вытягивай. Жарко все равно. И сейчас, что став, что не став, холодно все равно будет. Видите, девочки, я так надеялась, что война закончится, что все закончится. И хоть какой-то сюда котел поставим, сделаем отопление, чтобы дом отапливался. Оно. Все на месте, еще и хуже становится. Ладно, девчонки. Пошла я. Гляну, что он делает, да? Скажу, что... А что мне кушать готовить, я скажу? Ничего не знаю. Он все замороженное, все... А зачем я фарш в морозилку поставила? Как чокнутый, он и так бы не пропал. Ладно, девчоночки, будьте здоровы. До встречи. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо. Особенно за поддержку. Всем здоровья, девочки.